Всем хаюшки, с вами я, Александр, это канал Аймбут, и у нас сегодня игра Пират Окен Эдвентуры. И сегодня мы с вами посумоним, ребятки, сегодня у нас нестандартный сумон, который вот здесь мы делали в сауне, да, ну в сауне мы сейчас просто сделаем разогревчик, буквально прям несколько бесплатных прокрутов, и вот мистер Пят выпадает у нас, один фрагмент, и здесь что, и здесь у нас бутылочки выпадают, все. А, причем, по-моему, тут бесплатного не было. Ну да ладно. Вот. Значит, что у нас есть испытание, которое, в принципе, по факту, надо чуть-чуть позже записать. Там я получил бы еще немножко билетиков. Но, увы, я не смогу позже записать видео, поэтому, как бы так, приходится именно делать это сейчас. Переходим, собственно, к самому рекруту. Вот, где у нас вот такое вот испытание. Вот с этим Monkey D. Luffy, который вот он вот в такой вот форме. Поэтому мы сейчас, я хочу, по крайней мере, получить его. Ну, либо вообще получить, что кто-то здесь выпадет. Не, будем надеяться, что кто-то выпадет в 4 звезды. Ну, хотелось бы именно вот его лимитированного. Также здесь есть, в принципе, Санши, который не падает в обычном призыве. И также есть Рорану Зору. Он тоже не падает. Поэтому будем надеяться, что что-то будет выпадет и годное, полезное, дельное. Поехали. Ну и вот у нас есть 48 билетов. Более я получить не могу. Более там нужно было донатик делать, но я этого не делал, соответственно. То есть за донатик можно было еще получить билетики, и фрагменты, Луфи. Поэтому я этим не занимался. В игру не доначу. Этого совсем там маленечко в самом начале. Вот, поэтому поехали. Первая десяточка пошла, потом мы попробуем еще его довращать сольниками. Первая десяточка, и смотрим, что у нас здесь. Выпадают фрагменты на Луфи, но... Кинг Луфи. Но у нас нету ни одного цельного героя. Вот это что такое? Фул. 13-15. Не знаю, что такое, мы посмотрим, что за ящиками. Там куча есть интересного еще лута, да, мы его вскроем. Там будут герои. Но! Давай кто-нибудь. Нет, это развод. Это реально, ребята, развод. Никто не падает. Вообще не падает ни одного персонажа. Ну, типа, как зато выпадет, выпадет сразу 4 звезды. Ну! Так, фрагменты. Ну! Нет. Выпадают одни лишь только фрагменты. Блин, у нас уже 30 вращений было. 30! Еще одно вращение, и потом только сольники. Давай, последний. Ну, давай, ну, пожалуйста. Что-нибудь дропни, дропни, дропни. Нет! Нет, вообще ничего нету. Одни только фрагменты на Луфи. Окей, давайте сольниками крутить, что еще остается делать. Здесь вообще все скучно, потому что падает всего лишь один ящик, два ящика, один ящик, два ящика. Но! Так, фрагменты. Но! Блин, ящик. И снова ящик. Нет, они разное количество ящиков попадает. По 4, по 5, вот всякое разное. Так, у нас два билета, ребят. Ни одного 4 звезды. Никто не выпал. Лол. Жесть, вообще просто никого. Я не знаю, какой тут был шанс дроп. Очень, наверное, низкий. И тут он даже не прописан, сколько есть шанс дроп. Вот, поэтому как бы так и так. Вот как-то так, ребята. Мы на каком с вами месте? Месте, месте. Ну, явно не первое, третье занимаем, потому что, ну, я даже не знаю. Мой ранкинг пятый. Пятый мой ранкинг, и то есть я получаю 50 универсалок, ребятки, 50 универсалок, типа, будут моим. То есть у нас по очкам 520. Вот, как-то так вот, в принципе, неплохо. Здесь, я понимаю, это пушка на Луфи вот как раз. Вот. У меня даже нету Луфи самого, поэтому вообще без понятия, что и где его брать. Вот, с фрагментов я тоже не соберу, их надо 150, ну а мне максимум нападало. Давайте сейчас посмотрим, сколько у нас выпало. Вот, так, сел. А упал у нас по Луфи, давайте, где у нас фрагменты? Вот он, 18, надо 150, ребят, это просто жесть какая-то, это просто трындец, это просто жесть. Вот, поэтому как бы вот так вот. Хорошо, ладно, давайте посмотрим, что мы можем еще сделать, а следующее мы можем здесь сделать. Я говорю, что у меня много сундуков, тем более, что мне надавали еще кучу сундуков, и мы сейчас их посмотрим, поюзаем, откроем. Потому что здесь есть кое-что интересное, ребята. Вау! Знаете что, давайте быстренько переходим. Начинаем мы с самого низу. Вот эта загадочная коробка открываем. Open case. Пиратский флаг выпадает. Вот у нас HP Purple. Фиолетовый такой вот. Найс. Неплохо, ну я думаю, что-то интересное. Здесь геймбокс. Кстати, таки геймбокс. Давайте посмотрим, сколько гем будет. А геймбокс, это понятно, это камешки. Немножко не то я хотел. Так, open. Опен, 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 опен.
Вот здесь у нас какие-то фрукты, я не знаю, гифтбокс. Да, здесь всякие печенюшечки, плюшечки интересные такие вот. Здесь гильд геймбокс 130. Ага, понятно, что это такое. Тоже вот у нас вот эти камешки для улучшения наших героев. Здесь блю гифтбокс. Так, хорошо, здесь опять всякие вкусняшки. Здесь у нас что? Зоро шард чест. Сундуки Зоро. Здесь фрагменты должны быть. Ну, в теории, да, фрагменты. То есть парочка выпала Зоро и еще плюс рандомные чуваки. Хорошо. И вкусные вкусняшки, наверное. Вот, дальше что у нас? Дальше у нас 21 вот этот бокс фиолетовый интересный. Что у нас здесь выпадет? Здесь универсалочки, кстати, падают. Неплохо, неплохо универсалки и всякое такое прочее. Неплохо, ребят, я бы сказал. Здесь что у нас? Здесь у нас, ага. Вот здесь. Здесь у нас вкусняшки уже фиолетово, purple качество. Purple, да. Забираем. И вот эти сундуки, которые нам сейчас выпадали. Сейчас мы посмотрим, что с них падает, потому что здесь, кстати, фрагменты. На Эйса, Сабу, Висмак, Рейндж. Ой, окей. Давайте сейчас посмотрим, что здесь. Шарды какие-то, 13-15 шардов. 105 сундуков. Смотрим. Какие-нибудь хорошие-хорошие шарды, Юс. Давай, давай. Сейчас все сломается, и игра забагуется, и ничего мне не даст. Смотрите, что происходит. Они не хотят мне не давать цельных героев, не давать шарды. Что с этим делать? Так, шарды, смотрим. У нас шарды, вау. Во-первых, он не падал ни разу. Нигде, вот она ни разу не падала. Вот. Ну, окей. Здесь... Блин, ну тут мистер Пер... Не, здесь реально Джимби, тут реально какие-то прям новые Трафальгар. О, блин, тут реально крутые эти Фрэнки, Кид. Вообще просто жесть на самом деле. Очень неплохо. Мистер Второй здесь. Ну, баги он там вроде выпадает, просто мне не падал. Офигеть, здесь реально круто. Много шардов всяких таких рандомных просто. Пацанов, которых я фиг соберу, потому что у меня шардов мало на них. Офигеть. Ну, их реально очень много. Ладно. Это было классно. Это было круто, ребятки. Это было действительно классно и круто. Здесь что такое Open? Здесь у нас 24. Мы можем выбрать либо Дом Фламинго, либо Боу Хэнкок, либо Кума, либо Миховк. Ну, Миховк мы не можем выбрать, потому что, блин... Его просто-напросто не хватит мне по сундукам. Здесь у нас что, Луфи? Давайте здесь посмотрим. Здесь у нас получается Луфи, Супернова, Фрэнки, Зора и Санджи Супернова. Ну хорошо, то есть это ребята, которые... Окей. Здесь все поинтереснее, ребята. 168. Здесь нам надо либо выбрать, либо Висмак, вот эту вот девицу, сестру. Вот, либо Саба, либо Эйса. Давайте же посмотрим, кто чем пользуется. Давайте в ранки зайдем и посмотрим... Кто кем играет. Я потому что не разбираюсь по героям, поэтому будем ориентироваться, чем играют они. Здесь получается у нас Хэнкок, всякое такое прочее, Луфи... Но нет ни тех, ни других никаких. Давайте здесь посмотрим, что кто использует. Шанкс, Аукидзи... Ой. А я не помню, как чувака зовут. Так, ладно. Понял, отстал, короче, ни тех, ни других. Ни пятых нету здесь. Здесь Саба, я вижу, есть. Здесь тоже есть Саба. Ну, Саба, по-моему, где-то давали просто-напросто, поэтому, скорее всего, народ просто взял и раскачал тупо Саба из-за того, что его давали. Вот, я не знаю, кто из них лучше. Вот. Поэтому даже не знаю. Даже не знаю. Ну, у всех основном Саба есть, и больше никого нету. Ладно, давайте сделаем таким образом. Еще раз заходим в шарды, ребят. Заходим в шарды, смотрим, что у нас есть по шардам. По шардам, что у нас есть? По шардам у нас есть Луфи. Вот, в принципе, все. Все, больше ничего такого нет. Больше ничего такого нету. Нету больше шардов. Вот, и был бы он, я бы выбрал его. Потому что, в принципе, немножечко не хватает мне, получается, на него. То есть соточка, да, то есть не хватает. Я бы выбрал его. Ну, либо его. Вот, как-то так. Ладно, давайте будем исходить из того, что выбираем.
выбираем. Выбираем, получается, мы в сундуках. Да, в сундуках 168. Нам да, надо, в принципе, 150. Поэтому мы можем выбрать одного героя. Либо это будет Эйс, либо можем Марка прокачать, либо можем Саба, либо Висмак. Больше, в принципе, здесь никого нету, ребята. Я не могу дальше прокрутить, поэтому я могу кого-то одного выбрать. Вот, например, ее. Либо его, я не знаю. Эйс. Давайте попробуем Висмак взять. Висмак, давайте для начала возьмем 50, к примеру. Ну, они в любом случае собираются на 150, насколько я помню. Но мы сейчас попробуем сделать вот так. И будем ее собирать. Не знаю, будем травить всех. Будем всех травить. Окей, нажимаем. 51 шарт. Посмотрим, сколько. Сколько нужно? Вообще 150 на них надо. По-хорошему. Да, нужно 150, поэтому как бы так вот. Можно продать, можно еще что-то сделать. Давайте тогда еще, получается, у нас есть 51, и еще мы добьем. Потом я еще где-нибудь соберу, наверное, эти ящики, и будет все хорошо. Еще соточку нам надо. Ну, или точнее 99, вот так вот. Нажимаем ОК. Вот, и все. В принципе, у нас получается цельный герой, который мы можем собрать. Да, значит, вот так вот. Можно сейл продать, и можно, в принципе, сделать Юсь. Вот так вот. Вот так вот. Опаньки. Есть? Есть. Она у нас появилась, поэтому Висмак, Рейнджи, не знаю, как она. Не помню, как ее зовут, девчонку. Вот, но она у нас, короче, появилась. Вот, значит, все, мы, получается, прокачали. Прокачали, то есть получили. Еще никого не качали, получили ее. Я тоже буду ей играть, она у меня в 4 звезды. Ты Боу Хэнкок тоже у меня 4 звезды. Поэтому я, наверное, сейчас себе создам звездную тиму. Вот. От вас пишите комментарии, кто все-таки был лучше, потому что, честно, я не знал, кто лучше, поэтому мы на нее посмотрим. Вот она, на ней 7 лайков, я не знаю, я просто тупо поставлю лайк, потому что она у меня появилась. Вот, Джерма 66, это первый, кто у меня появился из Джермы 66, и это, ребята, круто. Вот, уважаешь Джерму, ставь лайк, шучу. Вот, просто уважаешь One Piece, ставь лайк, вот так будет круче. Знаете что, ребятки, на сегодня, наверное, это все. Вам хорошего настроения, всем удачки, тяните их, всякие витрины, копите героев и качайте героев. Всем пока-пока.